Известный исследователь однажды сказал: «Важно то, что мы делаем, а не то, кто мы». Я наконец-то решилась испытать свою судьбу. Найти приключения. Но вместо этого приключения сами нашли меня. В наши самые трудные моменты, когда жизнь пролетает перед глазами, находится нечто. Нечто, что заставляет нас бороться. Что-то, что толкает нас вперед. Когда уже казалось все потеряно, я добралась до правды. И осознала, в кого должна превратиться.